На микрофон любуется Макар Мурковкин. И еще пан Сундуков, здравствуйте. Отдайте жениха невесте и послушайте последние известия. Международные новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров не собирается сотрудничать с Украиной по вопросам электроснабжения, даже при возобновлении поставок энергии. То есть электричество брать будут, а платить нет? Ты что говоришь? Крым по украинской схеме не работает. Аксенов отметил, цитирую, «Мы уже давно отказались от всего украинского. Они перекрыли рынок поставок стройматериалов полгода назад, продовольствие 3 месяца назад, воду в самом начале перекрыли». Самое странное, что после этого на самой Украине не стало больше ни стройматериалов, ни продовольствия, ни воды. Глава Крыма добавил, что полуостров будет пользоваться энергией, которая поступает с Кубани, а также развивать собственную генерацию. Правильно, давно пора ударить крымской генерацией по украинской дегенерации. Российские новости. Министр экономического развития Алексей Улюкаев в интервью телеканалу «Россия-24» заявил о нулевом влиянии санкций на российскую экономику. Зря он, конечно, так ляпнул, ведь сразу возникает вопрос, чем они там в министерстве занимаются, ежели санкции на экономику не влияют, а развития ее нет. Улюкаев отметил, что санкции оказывают даже стимулирующее действие в виде появления импортозамещения и снижения издержек предприятий, связанных с изменением курсовых соотношений. Расшифровываю для обычных людей. Все еще не так плохо, как могло бы быть, так что это хорошо. Министр также дал оценку по оттоку капитала по итогам 2015 года. По его мнению, из российских активов выведут около 70 миллиардов долларов. Ну что ж, приятно. Из года в год Россия не снижает этот вид экспорта. Министрам, замам, депутатам, постпредам, ну и фракциям, с такой увесистой зарплатой плевать на всякие санкции. Ну вот и все, что будет дальше, потом расскажут новостям.